Друзья, сезон Национальной хоккейной лиги завершен. Обладателями Кубка Стэнли второй раз подряд стала Tampa Bay Lightning, а мы уже начали подводить итоги сезона. Недавно показывали вам лучшие голы плей-офф. Ссылка на это видео появилась наверху, советуем его посмотреть. А сегодня, как и обещали, представляем вам подборку лучших вратарских спасений. Вы на канале SportTalk, и это топ-10 сейвов плей-офф НХЛ в сезоне 2021. Не забудьте подписаться на нас и поставить лайк этому видео. Будет интересно, погнали! Начинаем со спасения нападающего Флориды Ноэля Ачари, который сыграл в роли вратаря своей команды. Бобровский уже был отыгран из эпизода, а Чернаку оставалось лишь забросить. Но Ачари защищал ворота до последнего. Следом обладатель приза лучшему вратарю сезона Марк-Андре Флюри и его двойной сейв в этом эпизоде. Валерий Нечушкин делал все, что мог, чтобы отличиться, но Флюри оказался сильнее в этой дуэли. Восьмая позиция уходит Кэри Прайсу и его крутому спасению в серии с Торонто. Мардер и Нюландер классно разыграли выход 2 в 1, но Прайс был против такой шайбы у себя за спиной. And get a piece of it, and there's the tap tap from the defensive pair. Big... Далее еще одна образцовая нейтрализация выхода 2 в 1, но уже от Юси Сароса. Быстрое перемещение, хорошая реакция и даже работа над добиванием. Классный эпизод. Шестое место уходит Джордану Биннингтону, который и вовсе потащил выход 2 в 0. Будь Рантанен чуть более хладнокровным, и отличиться не составило бы труда. Но Биннингтон воспользовался этой спешкой и совершил крутое спасение. How did Mikko Rantanen again remiss? I can't believe it, what a save by Binnington. Пятая строчка достается нашему Андрею Василевскому и его красивейшему сейву в серии с Islanders. Не просто отбил непростой бросок, но и мгновенно среагировал на добивание, добавив эпизоду немного эстетики. Четвертая позиция за потрясающим перформансом вратаря Каролины Алекса Неделковича в одном из матчей серии с Нэшвиллом. Выбрать лучшее спасение здесь трудно, поэтому покажем вам сразу три, потому что это стоит видеть. In terms of direction on the 2-on-0 for a second unbelievable split save of the afternoon. Right back to Ellis. A minute left to go here. Now Nedeljkovic knocks it down, and then he robs Cousins again. How did Nedeljkovic get over to rob Cousins? That's a save just for pure style. We've seen two extraordinary splits to the other side. Now we see he can do it on the glove side too. Тройку открывает Кэри Прайс и его шедевральное спасение в серии с Вегасом.
Прайс был бесподобен на протяжении всех шести матчей, но мы хотим отдельно выделить вот этот сейв, который спас Монреаль от верного гола. На втором месте снова Кэри Прайс и его еще более невероятное спасение в серии с Торонто. Объяснить, как опытнейший Джейсон Спеца не забил в этом эпизоде, просто невозможно. Остается лишь наслаждаться действиями Прайса. Jason Spezza's thinking, I better get this up, better not put it along the ice. That's one time that maybe along the ice would have been... И лучший сейв плей-офф этого сезона, на наш взгляд, не за вратарем, а за защитником Айлендерс Райаном Пуллоком. И дело не только в самом спасении, а в красоте и важности эпизода в целом. Во-первых, оцените действия бросающего Макдоне, а во-вторых, учтите, что этот сейв случился за 2 секунды до конца матча и спас для островитян победу в той встрече. Друзья, вот такая подборка у нас получилась. Пишите нам в комментариях, какой сейв понравился вам больше всего. Будет интересно почитать ваше мнение. Не забудьте подписаться на канал и поддержать нас лайком, потому что уже совсем скоро мы представим вам топ-10 лучших моментов сезона для российских игроков НХЛ. Вам точно понравится. А с вами был Спорт Ток. Услышимся!